Всем привет, Давай. Друзья. С нами, как всегда, Злой Слон и Драйвер 51 Рус. Сегодня будем... Всем привет. Опять. Сегодня у нас час пик. Будем в Far Cry 3 душить пиратов. С собаками, наверное, да? Потихоньку будем их там щемить, чтобы они... прохождение. Да. Совместного режима. Карта у нас сейчас будет час пик, называется. Во. По-моему, мы... Ой, нифига, это ты этим чуваком играешь? Нет, это не я. У меня же в купалах есть. А, ты все этим же играешь. Да. Авторитетом. Авторитетом. Не шали. Я нашел тачку. Где вы? Какую тачку? Расслышать. О, у церкви как раз купола твои там, да? За новой наколкой пришел. Какую тачку он нашел, блин? Так, где оружие нам надо срочно? Блин, мне надо на винтовку как-то этот глушак натянуть. Ой, блин, а ну да. Готов, ладно, погнали. Потом разберемся. В городской церкви пираты хранят партию средств от малярии, украденную из моей деревни. О. У меня есть грузовик, чтобы ее забрать. Но сперва проверьте, на месте ли лекарства. Понятно. Это ненадолго. Слушай, тут они прям, тут ближний бой будет, слушай. По-моему, зря я тут винтарь взял. Ой-ой-ой, я думал, у меня пистолет, а у меня базук. Эй, когда вы попадете в город, поищите ключи. Церковь заперта, а взрыв может повредить товар. Блин, нам сейчас будет тут каюк пошли. Куда-то надо спрятаться с винторезом мне. Победим. Че, начнем? Сейчас подожди, я там найду, хочу зарезать. Так, тихо. Ну где вы все, ё-моё? Ненавижу это! Что-то никого нет. А, вон нашел. Сейчас буду резать, буду бить. Ееее, готов, чувачок. Я тоже чувака одного грохнул. Одна пуля! Патроны! Пипец, меня спалили, Паша. Все, поднялась. Сейчас всех тебе подведут. Я заряжаю! Паша, тут патроны у меня. Я уже видел, они мимо-то проходили. Сейчас проверю гранату. Кидай гранату! Тут никого нет. Все, я... Двое. Получилось, Паша. Работает, ага. Работает гранат. Ну все, теперь мы им напихаем тут бананов. Я уже всю деревню не обошел, никого не нашел. Что-то не... А, перезарядка где? Перезарядить-то мне, блин. Вы подрушены! Какие-то крикуны мне тут включились. Пошарьте на тему ключей! Дверь а, не открывайте. А, ключи где-то мы просрали. Я забыл про них. Вон лежат. Так, вот. Я нашел ключ! Один есть, еще два. Ага, он там дальше идет, слушай. Нам дальше надо идти за ключом. Вот тачка кто едет, Паша. Паша машина, ё-моё. А, у тебя этот. Вот это нормас, слушай. Я тут уже загасился, блин, по пырику, думаю, блин. Приехали, ребята. Так, сейчас я винторез возьму, ну-ка. Погляжу вдаль. Ехали, ехали и приехали. Слушай, тут пока... Вон, 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 вон. Готов. Ах ты, собака, присел. Я ему в череп только наметил. Что-то про снайпера там. Он убил. Так. Блин, опять прицел не тот стоит, а чё блин? Мне на калаш прицел поставить, ё-моё. О, есть тут крендель. Дальнего нарезал. Я тут ещё какого-то нарезал. Ой-ой-ой, побежали. Побежали, демонта, побежали.
побежали ракашки. Сейчас чувствую, опять мы попадем с тобой в засаду. Где тут ты жили? Так, я ключ нашел. О, черт побери. Где-то еще окучилось. Все, ты, блин, вот это жесть. Ой-ой-ой. К пушке кто-то там уже бежит, слышь? Не добежал. Не добежал. А он не берет патроны от этих автоматов? Берет. Что-то я, блин, пробежался тут, нифига. Пушка нормас такая. О, где там? Ну, на калаш будет брать. А с винтовок будет на винтовке. Что-то вроде валялись. Патроны, что там началось? Ой, там здоровяк. Идет? Да. А вот это мимо уже пошла. Все, лёг. Придёшь, когда? Чё там? Ух ты, слева бегут от церкви. Сзади где-то сейчас завалит меня. Сейчас я бегу к тебе. А все, я замочил уже, я к тебе. Он вполне мертв. Да, я вот с очком хотел. Вон там слева за домом там, блин, до хрена. А, нам в церковь же надо, да? Да, я открываю. Тут полно лекарств. Эй, кажется, где полно лекарств? Ты... Я сейчас. Подождите. Фиг знает. Я прихватил сообщение по рации. Тут, по-моему, наркота кругом. Уходите. У вас гости. Что-то слышь, там к нам, по-моему, кто-то идет уже там. Где ты нашел эти пилюли? Я что-то нифига ни одной не вижу. Подкрепление, да? Пустим их на корм акулам. Не знаю, я тоже ничего. Чё-то... Это чё за крендель тут на лодке? Отлично, вон они. Возьми РПГ и подрихтуем. О, это о, этот опять. Другое дело. Сразу бы так. Сейчас их тут понаедет, чувствую, слушай. Ах, промахнулся, слышь. Не так уж что ты просто. О, один есть. Второй есть. Заряжаю! Ах, мимо, слушай, а. Да чё, корявые мы, слышим, нифига мы с тобой не гранатометчики. Вообще ни разу. Да чё за болт, слышь, вообще жесть, а? Они же нас стреляют. Есть, нормально. Еще там кто-то едет. Мимо. Заряжаю. Блин, то рано такое. Промахнулся я тут, а? О, все, прогрел ты. Ха-ха-ха! Сволочи! Я заряжаю! Блин, вот гады! Еще идут, еще идут! Еще идут тут прям. Что-то их тут понаехало, слушай.
Немерено. О. Заряжаю. Слушай, все, пошли мы их, короче, крошить. Ах, ушел, сволочь. Ушел, гад. Еее. Че, все? Нет, еще еду. Дофига тебе. Думаю, гранатомет будет тебе тяжело. А, все. Ну неужели в первом раунде я тут победил, ну-ка? Наконец-то хоть тебя маленько обогнал. Так, изменить. Блин, а чё же у меня не поменялось? Этот надо было залить. Ой, я кто-то уже выстрелил, ё-моё. Эй, я почти на месте. Введите тропинку на другой стороне дороги, да? Блин, там опять пистолет. Я буду там. Что ты говоришь где-то, слушай, тут прям рядом. Сейчас нам точно тут напихают бананов. Ну-ка давай. О, вижу одного. Ушел, сволочь, а. Я по-тихому пошел. Тихому пошел. Ой, вот они пошли. Трое справа, да. Высовывайся! Ой-ой-ой, за дорогу говорит. Далеко я ушел. Не убегаю, думаю, ты что с ним сделал? А? Говорю, ты что с ними сделал, они убегают. Куда? Мне бы автоматик. Что-то не все с этими. Да, куда-то. С обрезами. А вот. Патроны. Паша, тут что-то есть какая-то. А, так это эта церковь и есть, слушай. На вот сюда, Диман, дальше. Сейчас. Дай-ка я тут зацарюсь. В церкви тебе не надо патронов? Нет. Да нет, спот. Все, я калаш взял, этот взял. О, кто-то там орёт, слушай. Кто-то тут есть еще. Двое сюда вот тут бежали. Где-то он на горушке, может, нет? Это они тут. Спокойно, попал, вот они. Все, я заряжаю! Он. Еще там. Еще двое точно, трое. Еще, короче, еще двое. Гранат кинули. Ух ты, ё-моё, а чё мне не сказали, что её кинули, ё-моё. Я ушел тут пока. Стой, так меня подстрелят. Всё, Паш, я. Аккуратно спрыгнул, чуть не разбился. Ни хрена их там, слышь? Да хрена там. О-моё, весь там нифига. Там муравейник. Собаки. Собака где-то, слушай. Вон, вон, бежит, бежит, бежит. Завалил собаку. Да ты чувака, я смотрю, он положил. Что-то я косил опять, слушай. На. Чё, где кто еще? Вон слева он видит. Блин, не попал. За каймочком сидит. Там два было, ну. Чёрт, кажется, они видели. Ох, ё, есть там лимоны, короче, куча на верху. Какая гранатка, кстати. Знаете, времени 4 минуты. Да что-то я вообще ни хрена попасть не могу, слышу. Я заряжаю! Нашел! Расходку! Граната! Ты
где они, блин, там лазят? Не знаю. Ох, ё... Прямо салат из мозгов. Чё их так много-то? Не высовывайся! Я вообще перехожу в режим ассасина. Ай-яй-яй-яй, убьют же сейчас, блин, зараза, граната. Блин, еще и этот идет, слушай, а. Бля. Все, мандец, походу. Все. Вот тут, да. Трындец, короче. Япона мама, а. Так. Ты убежал далеко, надо было тебе посидеть, чтобы погасить. У меня патроны кончились, у меня вообще все кончилось. Так назад надо было отступить, там же были патроны. Там же... Там же были патрончики. Вон они, вон они, вон они. Он убит. Вон они двое побежали. Блин, я калаш пока возьму сейчас, Паша. Давай, я пока попробую. Да япона мать, бери давай. Так, а где-то в церкви, ты говорил, патроны есть. А сразу тут на входе где-то. Туда идти. А, вот он, вот он. Нет, кажется, нам не туда. Короче, взял автомат. Ну-ка. Взял, наконец-то. Отжал. Так, это я взял. Тут, кстати, медикаменты где-то валяются. Где? Я не помню, где-то я подбирал. А, нет, они на дороге возле джипа. На дороге возле джипа. Вон они. Выходи, выходи! Где бы ты ни был? Используйте сумок! Эй, здесь шприцы! О, взял, наконец-то, все. Теперь надо не спеша так. Тебе калаш не надо? Нет. Увалился так. Так, а тут же были до этого чего? А, вон сидит, козел. Ё-моё, повыбегали. Граната! Ещё дырка! Заряжаю! Ты мой урод! Блин, точняк вот. Так. Еще патрончиков. Собака, собака, собака. Все, убился. Блин, кто стреляет, как понятно. Наверху там хрен сидит. Какой-то. Ага, все завалило. Обоих? Граната. Нет, есть еще там один. Там за камнем где-то один, Паш, наверху был. Пусти, Макс! Пираты заминировали мост. Но вас это не остановит, да? Если с этими гранатами одни боремся. Ох, воткнули ее. Они мне свои дают, я им свои. Я тебя урою! Ай, их там дофига. Заряжаю! Там прям дофига. Я
попадаю, Диман, ты снайпер. Ай-яй-яй-яй, меня завалили, Паша. Спасай быстрей. Тут чувак сразу где-то будет от меня слева. На воде. Двое, да трое, ё-моё. Все. Вилы. Давай, Паша, спасай, спасай. Спасай, отступаем сразу назад. Слева за камнем. Козлина. Я заряжаю. Целое кладбище. Он за участок надо разрядить. Ой-ой-ой-ой-ой, убегаем, убегаем, убегаем. 3 минуты у нас на это. Пошел, прикрывай. На мосту бегут под моста там. Повнимательней, толстяк пошел в наступление. Блин, там еще и толстый идет, ё-моё. Это плохо. Паша, я тебя не вытащу, слышишь? Все, меня грохнули, ё-моё. Прикройте меня, надо починиться. А, все, сзади, тут чувак навстречу. Давай лечи, уходим назад, идет этот хрен железный. Валим, 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 валим оттуда, Паша, уходим. 2 минуты у нас. Заряжаю. Отступай, отступай назад. Прячьтесь куда-нибудь, громила идет сюда. Опять этот хрен железный на тебя пошел. Вам главное живи. Главное живи. Заряжаю! Все. Эй, полоса готова, приземляйся! Быстро и чисто, как всегда! Это было непросто. Фух. О, Зилок, слышишь? С виду на ЗИЛ-131 похож, да? Издалека так Зилок, блин. 4. Ну что нам, чинить его надо, что ли? В каком месте ему надо тут греть-то? Капот ему греет. Все, мотор ему, слышь, нагрел. Когда мы заберем таблетки, может быть, вы согласитесь позаботиться об остальных препаратах? Сечете? Да, понял, пойдем. Ну чё, опять что ли кидалово? Чё нас всех все время кидают? Пиздец, упыри, да? Бери гранаты, всё. Надо тебе. Да, я полный, эй, всё вообще. Не бросайте меня здесь одного. Блин, нет, ой-ой. Нет, один никуда не пойду. Её нет в другую сторону, Диман. Блин, а быстрее бегом, 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 бегом. А я чувствую, что мандец наступает. Засада! О, слушай, не ходи, не ходи туда. Патрончиков бы где-нибудь найти. Пошел ты нахер, ты настолько что кинул. Уехал один. Стояли грузовика, нам надо грузовик прикрывать. Мне патронов нету вообще. Я голый. Сейчас найдем. Заряжаю.
Да идишки ножись-то, а. Паша за домом сзади, и я перезаряжаюсь. Давай, давай. Ты нашел патроны? Не, а еще пока. Пока, пока нет. Да может тут где-то есть, да? Шприцы вот нашел, слушай. Ну у меня полные, походу. Я не понял, а кто на машине уехал? Шприцы у меня тоже нет, почему? Здесь, здесь, здесь беги, шприцы есть. У нас опять. А у меня есть, есть. А. У нас опять кинул уехал. Сейчас ни одного патрончика нигде не валяется, походу, да? А, вон ящик с патронами, Паш. Где? Вот, на входе тут. Все, я полный вроде. Борем, это был не последний! Все, я помню. Дерьмо! Чувствую. Кого отрезали? Опять ты в жопу залез какой-то, чувак. Ой. Ой-ой-ой, беги вперед. Блин, не успеем. Не успеем? 4-3, да. Ё-моё. Да и протянули резину, бляха. Да? И надо как, за грузовиком идти следом. И калаш я просрал. Надо, ну теперь знаем, где патроны хоть. Так, чё, блин? Куда это он едет? Да хрен его знает. А, ну это вот сюда мы, короче, не успели добежать. Снова сраная засада! Чё там, кто где? Там хрен с ножом там, Паша. Чё, железный дровосек? Ё-моё. Ты тут вообще жесть, слушай. Все, толстого я завалил. Сзади, Паша, сзади, вон тут хрен бегает. Да епона, дрын. Сверху идут. Попробуй остановить. Магазин почти пуст. Готовься. Тебя тут патроны не ходил? Не, а в гранату вот нашел. Круто. Мясо какое-то, слушай. Да, все, меня враги. Все, у меня патроны. Все, и меня сейчас тут грохнут, походу. Ай, все. Накернили, короче, бананов накидали. Только я автомат надыбал. А в автомате патронов нет ни хрена. Двоих грохнул, и все, и кончились патроны. Давай не спешить тогда, потихо, и пойдем лучше издалека. Тут, тут еще железный этот дятел. Пойдем сразу позицию лучше займем сейчас. А где они оттуда справа идут, Паша? Они оттуда тоже выходят. Идут, да, оттуда. Вон, сверху идут. Эй, берегись, парни, с ножом! Прошел этот урод. Идет этот железный хрен. Все, писец нам, короче. Нас тут все, Паша. Что за фигня-то? Да епон, а где ты, калашник? Отступай там, Паша. Там он прям на железного вышел. Хрена. Он за машиной. Один патрон. Я бегу. Здоровяк гранату поймал в зубы. О, нет.
Граната! Все, лежит. А-а-а, я погибаю. Так, постараюсь до тебя дойти. Ну, успел чувака зарезать прям на последнем издыхании. Блин, калаш схватил нафиг у меня. Ой-ой-ой, как ты далеко. Тебе вот этого грохнуть и ко мне сюда. Сзади, сзади, еще паш, слева, слева, развернись. Развернись. Да еб... Еще здоровяк. Есть. Где? Вон он, ага. Вижу. Патроны с их стороны. У меня патроны. Сзади, ёптать. Сзади, Паша. Опять меня завалили, ёп. Сзади фуфел вышел. Лечи, лечи, уходим. Состояние груза. Грузовику мандец, короче. Охереть, на. Собака. Заряжаю. Бляха, вот их там как говна просто, слушай. Может поменять? Нет, снайперка толстяка валит, хорошо. Я снайпу беру, короче. Надо автомат где-то сразу надыбать. И патроны найти, где они вообще есть, эти патроны. И место найти такое, чтобы прям вообще классно было сидеть там. Место, да, вот. Вон уже сзади идет. Бляха, и сзади железный идет. Слушай, они сейчас не с того места пошли. Походу. Вот и тут. Господи, убейм, они везде! Да я вижу, что они везде. Будьте начеку, они так просто не сдадутся! Где там война идет, я не пойму. Осторожно, толстяк идет к нам. Да вот он тут бронированный посередине. О, я ему воткнул, отлично. Я его тоже. Слева, Паша, что, сзади, готов? Сзади. Дай. Зарядка. Патронов не видал? Нет, пока. Так, машину починил. Тут где-то я патроны видел. Ищи какие-нибудь автоматы. Вот она. Одна пуля. Ну, ты патроны-то. Я почти на нуле. Патроны только в трубку, короче, положили. Блин. Один патрон! Дело пахнет керосином. Опять здоровяк пришел. Хватайте оружие, шоу начинается! Да япона мать, калаш лежит, не взять его ни хрена. О, все, мне походу вилы, Паша. Он сзади за тобой прям стоит. Блин, я промазал, думаю. О, папа. Готов, здоровяк. Где еще, чуваки? Смотри, все раскидали. Надо было сразу снайпер брать. Патроны нашел. А вон они, патроны в углу. Кто идет там? Где патрон-то есть? Вот давай быстрее. Какие ворота? Иди ты дай зарядиться и трен батон. Надо грузовик еще починить. Я так понимаю. Что-то время какое-то. Время. А, у патронов нельзя, слушай. 4, ну-ка.
Все, нормас, прошли. Фу ты, елки-палки. Посмотрим, что дальше будет. Опять будет кидалово, что дальше будет? Что они могут нам предложить еще такое? Калаш забрали, идем опять пешком. Мы почти приехали. Да, опять автомат, они же, слушай, пиздец. Все, чтобы нас остановить. Надо спешить. Вы со мной? Опа, два. Так, что-то кто-то есть, да? Один есть. Да еб, че я такой косой-то? Да опять, слышь. Да на тебе, наконец-то. Там есть у них что пострелять за место пикалей? Взять надо что-то. Да я дробь подобрал. Ну да, уж лучше так, чем с пистолетом, блин. Вот Кулев не мог нас посадить, чтобы мы тут потихой. Да не говори, блин, бегаем тут как-то. Кстати, через гору, наверное, можно так. Слышь, а я чё, умер? А как ты умер? Не знаю, прыгал на гору и все, и геройский погиб, под карту куда-то аж улетел. Дело просто. Не бросайте меня здесь одного! Опять не могу переключиться на тебя. Слышь. Там какое-то время сейчас выйдет, там переключится. Да я сейчас умру, короче, ну нафиг. Все игроки выведены из строя. Готов. Там не знаешь сколько, целая деревня. Да ладно, опять? И этот железный друг? Патроны надо? Патроны, да, надо. Перезарядиться сразу. Перезаряжены. Блин. Погнали. Так что не надо прыгать через эти. Пираты знают, что вы здесь и собираются бросить в бой все силы. Там такая позиция офигенная, я думаю, вообще. Так я тоже лез на горочку-то, вообще классно. Там всю деревню видно. Блин, а я промазал. Да я промазал, слушай. И еще раз промазал, слушай. Он же в упор подошел. Все, вальнул. Давай, забирай у него, зарабаш. Зарабаш, забрал. Заряжаю! Я во второго сейчас попробую тут найти, где он валялся, если остался. Прошу, я вас никогда не бросал. Вот он. Да, вон валяется. Магазин почти пуст. Да, патрон, три патрона, ежу. Хер ли тут. Ну да, у меня так. Да, через эту горку не, лучше не идти. Ну, я попробую рискнуть. Ну-ка, подожди, надо четверку. Да стой ты, дай тебя починить-то, мудак ты. А, он целый почти. Все, я залез. Да, и живой остался, нифига себе. Перезаряжусь, понеслась. Первым сунулся, первым и огреб. Эй, не уходи, тебе не уходи. Офигеть, там их вообще куча. Слушай, тут с горушки нормально. Блин, он задолбал на этом джипе, он вообще куда едет-то? Ложись, граната! Там еще один у ящика. Да япона, мама. Там трое. На тебя иду, Дима. Двое. Да что у вас так до хрена-то, ё-моё? Один. Один слева, двое слева. Да там вообще что-то жесть. Один слева. Двое здесь слева. Трое. Двое. Обалдеть там. Да вообще там их там куча. О. Я заряжаюсь.
Ну что там за муравейник-то, я не пойму, слушай. Блин. Да потому сколько? Да вообще жесть. Ты патроны сейчас уже кончатся, слышь, с таким раскладом. Да, у меня уже кончаются. Да чё такое, слышь, вообще? Да вообще я не попасть не могу, слушай. Бегу, бегу, что-то моросят, моросят. Да откуда их столько-то, епона мама? У меня уже всё, сейчас бегут, патроны бегут. Кончатся. Да что за хрень? У меня 6 патронов осталось. Еще бегу, думаю. Без гранаточки ничего нету, слушай. Ни один с патронов. У меня один. Они уже в трупы спотыкаться начинают. Слева, Дима. Патроны кончаются. Справа на тебя заходит. Пустой! Где патроны-то, мать их? Блин, это не те патроны. Патроны кончаются! Ух, отстрелялся. Вообще неплохо. Вон патроны. Нет, один я туда не пойду. Ой, вот они дела. Ой! Фу ты, ё, ты чё так пугаешься? Я перепугучек тебе не отколол, блин, ё-моё. Так внезапно. Бабах. А гранаты взял? Вон гранаты слева. А у меня есть гранаты, я не кидался. Ну всё, теперь я знаю, как гранаты кидать, ё-моё. Где грузовик-то? Надо дурака починить, наверное. Я не знаю, он придурочно уехал куда-то вперед. О, вот они, слушай. Вон они, вон они, вон они. Да они вообще везде тут, походу. Да, дробин нормально приложил. Ну, ты чё такой живучий-то, ё-моё? Все там началось, Паша. Отступай назад. Они меня зажали. Отступай, 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 отступай. Я буду отстреливаться. Ложись, граната! Я заряжаю! Да хрен на пулемете там сидит. Нет, тупает, не там дофига вообще. А где снайпер-то?
Блять, снайпер, снайпера нету. Куда ты побежал? Зарядка! Чувак. Надо калаш взять. Так, все, я вооружился калашом. Мури! Снайпер! Убейте его! Слушай, мы опять вернулись в церкви. Вообще тут нет какой-то. Кругами. Аллилуйя, сука! Берите эти ящики и тащите в машину! Вот пошел бы ты нахер, таскай сам. Ага, вообще не говори, сам приехал. О, Паша! Паша! Они в церкви! Ё-моё. Ой, там этот железный идет, слушай. Снайпер, Дима, у тебя целится. Блин, меня вольнули, Убегаю нахуй. Ой-ой-ой, я горю. А, все, уронили меня. Дима. Я заряжаю. Сможешь поднять? Сейчас, сейчас попробую. Писец. Да, все, молодец, короче. Трындец, что-то вообще тут это как-то прохождение жесткое, слушай. Приехали! Ладно, народ! Приехали. Грузим колеса в тачку! Берегись, у него огнемет! Вон они идут. О, надо огнеметчика со снайпера снимать. Я думаю, надо выходить отсюда, Паша, наверное. Вон они сзади, справа. Прикрывай, Диман. Они тут. У меня есть пуля для тебя. Я бегу. Я тебя пощипу. Отступай там назад, отступай. Гори, все, блин, уронили. Еще не всех убили. Да ё-моё. Да ёп! Снайпер, Диман, тебя целится. То, что нужно, да? И этот идет. Он еле живой. Или там чуть-чуть. Эй, валите этого типа с огнеметом! Дамы, внимание, они уже идут! Выжил, нет? Нет, все, готов. Где ты там, живой еще? Да, пока валяюсь. Слева от тебя. Сейчас умру. 5, 4, 3. Запомни, ты не звони. Прячемся, прячемся, прячемся. Я заряжаю. Надо калаш мне где-нибудь взять. Чего враги приближаются? Да вы че, офигели, что ли? Пойдем в церковь, укрепимся. Вроде никого. И патроны есть. Фу, у меня ящик какой-то я взял, мать его, как кинуть-то? И. Ящиков куча. Все, все, бери. Все, мы в ловушке. О! Да ладно! Как он так? Проклятие, снайпер! Патроны, 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 патроны. Сейчас мы не дождемся, чтобы придет этот железный дурак. Впереди их еще полно, сейчас будет жарко. О, я нашел тут на этом, наверху. Гранату кинул. Гранату кинул. Я бегу в пушке.
что ты нахер пушки бежишь? Забудь об этом. Пушки бежит. Я, короче, понес коробку одну. Потихоньку подносить. Я заряжаю! Готовы! Одна есть, еще две надо. Я понесу, а вы охраняйте. Я на кулаках! Подожди, патроны! Еще немного, почти закончили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они так просто не сдадутся! Откуда у вас как говна-то, блин, глянь сколько их. Готов. Все, последний ящик занесу. Сейчас стараюсь. За пулемет, чувак, сел. За пулеметом, чувак, за пулеметом. Который у церкви? Да, ну, да, да. Нарезал. Собака лежит. Патроны кончились, Паша. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я заряжаюсь, Паша. Держись пока. Калаш, 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 калаш. О, где-то это. Дима, дело плохо. О, сейчас я его, подожди. Дело плохо, дело. Убегай, убегай там вокруг. Все убьет сейчас. Убьют, все убили. Ты его убил? Вот, он его. Я вот возле церкви валяюсь. Я вижу, вижу, я сам-то в церкви. Я перезаряжаться ходил. Давай быстрей. Валим в церковь. Давай, давай, давай. Да ё-моё. Ты спрятался, нет? Да. Все, в церкви. О, давай, давай, давай. Где этот хрен-то там в домике? Где этот хрен? В домике. Хрен в домике. Я иду за тобой. Иди, иди, давай. Ты хрен уходи из домика, я тебе сейчас буду наказывать. Я знаю, что ты в курсе. Фига, пулемет дом прошивает насквозь. Мне не хочется. Дима, прикрой, кто-то меня бьет. Ай. Где кто? А, есть, да, да. Есть. Слева, нет, это улица. Эй, валите этого типа с огнеметом! Заряжаю! Давай, лечись. Ну, что, все, тебя завалили тебя, что ли? Отходился хрен. Нет, все, я живой, нормально. Заряжаю. Там что-то подобрать надо. Патроны даром. Патроны надо сначала подобрать, я думаю. Взял там что-нибудь надо, нет? Да, 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 еще одну часть для изготовления взрывчатки надо. У меня я две нашел, где-то еще одну. А, вот лежит. Бери. Я нашел одну. Все, тут нафиг все взорвать надо, короче. Сзади церковь, что ли, надо заходить, я так понял. Ты что-то слушаешь? Добейте оставшихся пиратов. Где они, эти пираты? Сидит где в загашнике какой-нибудь, упырь, да? Вот он. Хорошо, включай таймер, начнем что-то шоу. Найти взрывчатку.
Я не пойму, в каком месте-то? А прям здесь. Пора бежать! Пора бежать, говорит. Да, туда валим. Ты патроны-то взял себе там, зарядился? Да. Все. Все, взорвали. Что-то мы спрятались как-то, это не к добру, слышишь? Сейчас как-то пойдут, наверное, походу. Нет? Ты можешь вылезти из этой дурацкой машины. Или все, мы прошли миссию. Слушай, мы прошли. Ну, друзья, на этом, наверное, будем заканчивать сегодняшнее прохождение. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь видосами. Да. Смотрите. Завтра будем продолжать. Да, следующую серию. Будет завтра. Все, всем удачки и всем пока. С вами был Драйвер 51, Рус и Злой Слон. Пашка. Все, пока-пока. Пока-пока.